Телеканал КРТ представляє. Вночі з 30 на 31 відбулося голосування Верховної Ради, і закон про відкриття ринку землі було підтримано. 259 депутатів проголосували за те, щоб відкрити ринок землі. І така цікава коаліція з'явилася. Це частина представників партії «Слуга народу», партії «Голос» і партії «Європейська солідарність». Як ти взагалі ставишся до цього голосування, яке відбулося вночі? Як ти ставишся до цієї коаліції? Чи очікував ти, що такі люди разом таку важливу справу зроблять? Якщо от цензурні слова підбирати, то, звісно, дуже складно. От треба це телебачення, да. От, тому що от я от чесно от наблюдаю цю ситуацію, я от ну не можу зрозуміти до кінця. От чому от цим карантином настільки от ярко, неприкрито і відкрито пользуються? Пользуються як в отношении медицини, чтобы вот ускорить, я так понимаю, реформу вот этой Супрун и уничтожить государственную медицину в принципе. И я вот не могу понять вот этого маниакального желания срочно проголосовать закон о рынке земли, по сути, о продаже нашей земли. То есть, ну это то же самое, что вот вы вот продавать дом, когда горит крыша. Ну то есть, горит крыша, о, самое время привести туда человека и сказать, смотрите, какой дом красивый. Ну правда, крыша горит, вы на это не обращайте внимания, но... Очень, кстати, хорошая история. Давайте, покупайте. То есть здесь примерно вот такая же ситуация. Вот это первое время чумы. Фактически это идет распродажа Украины. И здесь вот мы видим, что четко партия «Слуга народа» объединилась с порошенковской солидарностью и с пинчуковским голосом. Вот такую, знаете, в партию «Слуги МВФ». И отработали, так сказать, ночью. Це дійсно, вибачте, в мене там більше, ніж 4 тисячі поправок, і вони так швиденько їх всі розглянули. Впевнений, що вони дуже ретельно все читали перед тим, як голосувати. Такий цікавий підхід. Молодці. Тут, знову ж, треба розуміти, що с учетом такого маниакального желания все это быстро сделать, там, ночью, карантин, не карантин, то есть мы вот честно даже пытались в этот день, в эту вечер, вернее, как вот уже голосование это проходило, мы заблокировали правительственный квартал, чтобы, не дай бог, туда люди не доехали. То есть нам приходилось там с боями условно прорываться через картоны полиции, чтобы попасть к Верховной Раде. И то, если бы у нас было больше, чем одна машина, то, собственно, все. И вот как это так, вот знаете, вот так втихаря в 21 веке, когда есть интернет, вот, пытаться решить такой важный вопрос для Украины, как вот земля. Я, честно говоря, понять не могу, и я это воспринимаю как предательство. Может, как вот предательство интереса всех тех, кто голосовал за Зеленского и все, что с ним связано. Поэтому я понимаю, что... Если человек уже себя проявил так в этой ситуации, то ничего хорошего от слова совсем Украине не светит при таком президенте. Тут уже нужно ставить вопрос, Зеленский, ты сделал свое главное дело, проголосовал закон о земле, как обещал МВФ, ну, пиши заявление по собственному желанию и вали себе куда-нибудь за границу. Это, я так понимаю, что хотелось бы сказать, основное, а чему ты считаешь, что это вот так погано было сделано, что это погано для Украины? Бо дивись, коли виникали такі питання, Янукович, там, я пам'ятаю, при ньому гривня піднялася на 30 копійок. Люди казали, що він хоче знищити цю гривню. І вони вийшли для того, щоб цього ката взяти і скинути. От, люди ж, вони ж бачать, їх ж не обдуриш, цих людей, розумієш? От. І якщо зараз вони не виходять, то, може, люди якраз і вважають, що це нормально. І, може, від того і не треба ніяких там референдумів, бо президент знає, що люди б його підтримали. Навіщо витрачати кошти в такий складний час? От. І від того вони так і проголосували. Люди ж не вийшли. Чому ти вважаєш? Діло в тому, що, опять же, от є у нас карантин. У нас, якщо зібрати більше 10, штраф, і це не прикол. У нас, якщо без маски вийшов, теж можуть штрафувати. І це теж не прикол.
У нас, если вот читать вот новости, там ленту новостей, то 30 новостей о коронавирусе и 31 о том, что машина сбила там где-то кого-то на какой-то дороге. Ну и дальше. Еще Веншов без маски. И дальше новости про коронавирус и все, что с ним связано. То есть людей активно запугали, чтобы вот только вот, не дай бог, чтобы никто не выходил. И люди действительно, многие в прострации, и даже я думаю, верю я в коронавирус или не верю. Ну, то есть ловлю себя на вот этой мысли. И здесь вот опять же тоже просто воспользовались ситуацией нагло и не понимали, что у них особо не будет такого шанса, потому что если бы, например, не вот эта пандемия, не вот этот карантин, вот это вот экстренные меры, то там бы были уличные бои, коктейли Молотова, шины, покрышки и все остальное. А так вот они в лайтовой такой версии приняли этот быстрый законопроект и говорят, что типа вот мы теперь готовы получать транш МВФ, понятное дело, с которого они получат свой откат или там гешефт, как оно правильно сейчас у них называется. Поэтому это все равно, как вот, что можно вот так смотреть, что можно вот так смотреть, это предательство. И если это предательство, значит уже последующие инициативы, там мир на Донбассе, там подъем экономики, оно уже нафиг никому не надо. Они решили, как они будут развиваться. Вместо того, чтобы развивать экономику, вместо того, чтобы заниматься конкретно делами Украины, делать все, чтобы олигархи налоги платили. Они сказали, да зачем это все? Мы лучше попросим кредит. Мы нашли свой путь, и они по этому пути пломятся. Як не прискорбно, но це факт. А як ти ставишся до того, що представники, наприклад, опозиційної платформи кажуть наступне, що це рішення стосовно відкриття ринку землі, воно не відповідає Конституції, тобто були деякі порушення, і вони будуть подавати скаргу в Конституційний суд, і вони впевнені, що Конституційний суд візьме та й відміни, буде відміняти це рішення. Знаєте, от я от скажу, може, непопулярну річ, але я живу в Україні, і я розумію, що поняття закон тут воно абстрактне. Поэтому, если утверждать, что Конституционный суд, видите ли, что-то там решит, я бы не стал. Я бы не стал, потому что я в это не верю. Я не верю, что в Украине у нас действует верховенство права. Я не верю, что у нас в Украине Конституционный суд, он независим. Я в это не верю. И этому есть ряд подтверждений. Потому что, ну вот, если бы политические партии действительно были против всего этого дела, они бы вывели людей на улицу. Они знали прекрасно, что это проходит элементарно, у них есть информация, есть достаточно ресурсов, чтобы вот так и там 1000, 2, 10 тысяч человек, чтобы были под Верховной Радой и заблокировали это решение. Несмотря даже на карантин, по 10 человек группками. Они этого не сделали. То есть то же самое нам рассказывали о том, что вот Венецианская комиссия закритиковала наши законы про образование и так далее, потому что это прямая дискриминация русского языка. И что? Ну вот наши все оппозиционные партии рассказывали, ага, Венецианская комиссия. И где сейчас эта Венецианская комиссия? Вот куда это решение вот этой Венецианской комиссии засунуть? Потому что объективно всем просто плевать. И даже если Конституционный суд что-то и примет, то я тоже понимаю, какая будет реакция. Им просто будет плевать, они все равно будут говорить о том, что ну и что? А какая разница? И будут дальше продавать украинскую землю, как они это и запланировали. То есть, если понимать, в принципе, зачем вот Конституционный суд существует, ну, знаете, это такая некая форма легитимизации решений. Знаете, это вот, есть вот голосование, то есть, если Сорос там решил вместе с МВФ, и кто там за ним стоит, то легитимизировать это решение на территории Украины нужно через Верховную Раду. Вот этот этап легитимизации, он вот по земле прошел. Конституционный суд – это вот такая еще одна дополнительная форма легитимизации. Поэтому за этим, я думаю, дело не постоит.